Повышение уровня занятости инвалидов. Этот вопрос стал главным на совещании под руководством первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова с главами муниципальных образований. Так, по данным Пенсионного фонда России, на 1 июля этого года в регионе зарегистрировано чуть более 179 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Из них около 40 тысяч работают, что составляет 22,2% от общего числа. Таким образом, дополнительно в 2017-м по республике необходимо трудоустроить около 6 тысяч инвалидов.